глядя на него, вспоминая свои подобные потуги 9-летней давности. В этом плане ему повезло, потому что такой толковый инструктор, тренер, можно сказать, все объяснил, показал, профессиональное снаряжение предоставил. И объяснил, за какую кнопку можно дергать, а за какую ни в коем случае нельзя. Целых полтора метра высоты. Ужас! Ну давай, малыш, давай. Малыш. Фоточку маме отправим.